Губернатор Павел Коньков в День учителя посетил свою родную 32-ю гимназию. 42 года назад, в 1975 году, он вышел во взрослую жизнь из стен этой школы. Глава региона возложил цветы к мемориальной доске заслуженного учителя Российской Федерации Татьяны Борисовны Петуховой. А потом, как в песне, прошелся по тихим школьным этажам. А где был ваш класс? Это химия. Химия, там. Где библиотека? Сейчас путаюсь. Кабинет литературы. Вот этот или этот? Нет, был литература здесь, правильно, рядом вот с кабинетом химии. Тогда вот не вспомню, да. Что у нас здесь было. А это биология. А это учителя английского и математики. Могли ли они подумать много лет назад, что перед ними за партами одного класса и будущий губернатор, и депутат Государственной Думы? Алексей Хохлов, экс-мэр, а ныне парламентарий, также учился здесь. Вот и на общей фотографии они стоят практически рядом. Павел Алексеевич, он был, если вы посмотрели по фотографии, конечно, небольшого такого ростика, но очень целеустремленный. И, войдя в класс, я всегда как-то вот на них обращала внимание, и Хохлов Алексей, и он, и они стремились так к чему-то. То есть, если даешь задачу какую-то трудную, один вариант решения, но Павел Алексеевич всегда поднимал руку и говорил: Людмила Федоровна, а к этой задаче можно подойти и с другой стороны. То есть вот такое желание работать. За чашкой чая есть о чем вспомнить и за что поблагодарить. Павел Коньков признается, именно школьные учителя внесли колоссальный вклад в формирование его как личности. Я вообще этот период помню и отношусь к ним очень трепетно, потому что, на мой взгляд, вот во многом все, что сегодня во мне есть, оно сложилось именно тогда. Я сам даже порой удивляюсь своей памяти. Я сегодня помню по именам отчествам практически всех своих учителей. К слову сказать, 32-я гимназия – одно из старейших образовательных учреждений города. В следующем году ей исполнится 100 лет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.